Я написала письмо Деду Морозу. И читать его, да? Дорогой Дед Мороз, меня зовут Арсений, мне 7 лет. Ходил на плавание и бокс, помогал маме, вставал рано в школу. Собаку им. И, наверное, какую-нибудь игрушку и много вкусняшек. Вот так. Я хочу в подарок наушники, и чтобы дед не уезжал в командировку. Нет, обычные беспроводные. AirPods. Какую-нибудь красивую кружку, наверное. До этого человек просил AirPods, а у тебя кружка только, да? Ну, AirPods. И кружку, а там в кружке AirPods. Я написал Дед Морозу письмо. Ты можешь нам его прочитать? Почему? Просто не умею некоторые буквы выговаривать. Мне мама говорит, почерк слишком некрасивый. Ну, красивый, нормальный. Что тебе не нравится-то? Дорогой Дедушка Мороз, с наступающим тебя Новым годом. Я учусь во втором классе, учусь хорошо на 4 и 5. Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы, а в подарок пусть будет сюрприз. Слушаюсь маму и папу. Младшую сестренку не обижай этого так. Дорогой Дедушка Мороз, очень хочу у тебя попросить подарок очки виртуальной реальности. Ну, они только не такие, а вот такие. Я так оформил и нарисовал елку. Хочу, чтобы зима начала. А я не дописал. Когда? Я уже не помню. Но я немножко хулиганила. Из школы было. Кое-что плохое-то. Честно, зрителям лучше не знать. Ну, чуть-чуть хулиганила, чтобы посмотреть, что за подарки мне подарили. Чтобы посмотреть, что мне подарки на Новый год подарят. Чуть-чуть, прям капельку даже не увидела глазком. Просто дверь была на замке закрыта, а я просто через зрачок посмотрела и все. Если я без братьев, я хулиганю. А если я с братьями... Я не хулиганю. Да, я боюсь подарки. Очень люблю подарки. Это что? Это стельки. А мне не надо стельки. Они у них большие. Расческа. Это не расческа. Что это тогда? Это щетка для одежды. Прикольно. Унипласт натуральный. Заклеивать все раны и все. Или играть в доктора. О, это же пакет. Просто отличный. Отличный. Может быть, что-то внутри есть в нем? Нет, пакет — это сам подарок. А, это сам подарок? Ну вообще мне нравятся какие-нибудь веселенькие подарки. Не просто вот такой вот какой-то... Типа как вот такое вот. Мне нравится что-то, это покруче нравится что-нибудь. Ну, можно маме подарить.